кадетской школе провели торжественное собрание по случаю окончания учебного года. В актовом зале собрались ученики всех классов, но особое внимание – выпускникам. Для них наступило время прощаться со школой. Кадеты – не просто ученики. От сверстников их отличают строевая выправка, подтянутость и выносливость. Какой след оставят эти ребята на нашем небосклоне кадетства? Очень заметный. Потому что среди вас есть те, кто защищал честь не только нашей школы, не только нашего округа, но и всей Московской области на различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях и привозили победы. Традиции, поколения, которыми сильна наша страна, сильно наше общество, наша армия, конечно же, впитанные и с первых дней учебы, поступления в кадетство, впитывают наши ребята. И мы вам, ребята, желаем в последующем двигаться только с таким положительным результатом, поступить в те вузы, которые вы сами перед собой определите. Среди почетных гостей – заслуженный учитель Российской Федерации Валентина Завьялова. Именно благодаря ей в 1995 году в Московской области появились первые кадетские классы. Во внеурочное время люберецкие кадеты начали заниматься строевой подготовкой, бальными танцами, фехтованием, рукопашным боем. Я ведь хотела еще детей учить верховой езде. И как бы мы это демонстрировали, и мы отказались от этой идеи. А так многому, конечно, учим детей. Я бы им пожелала никогда не забывать друг о друге. Сегодня со школой прощаются 29 кадетов. 11 лет ученичества оставили след в жизни каждого выпускника. Запомнились яркими моментами с одноклассниками, какими-то общими ссорами с учителями, которые нас сближали, но все-таки это останется как приятное воспоминание, о которых мы будем скучать. Завершился праздник кадетским вальсом в исполнении выпускников. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.